Ресторан 24/7. Время работы написано для того, что разное меню. Ну, представлены локальные продукты. Сыры, мясо, молочка. Хороший ресторан. Очень быстро тебя накормят. Но это кухня. Ресторан 24/7. А, суп дня. Сегодня суп дня йогуртовый. Нежный, вкусный супчик. Сухарики тающие во рту. Просека нам принесли. Салат со стейком. Говядина. Говядина в прошлый раз брала салат, она просто тает во рту. Ну и зелень. Морковка, салат, помидоры черри, пармезан, салатная заливка. Такой хороший салатик. Самое главное в салате – это свежая хрустящая зелень. Красиво и вкусно. Заказали шницель куриный. Попробуем маслице. Какое-то пряное. Картошка, салат. У меня сибас, либо леврак. Припущенные овощи, морковка. Посмотрите, какой кабачок. Морковка очень вкусненькая, сладенькая. И кабачочек. Прям совсем малышок. Шпинат, брокколи. И салат руккола. Лосось. Тоже овощи, гриль. Сейчас находимся в лаунже. Очень приятное место. Надо сказать, что любое место очень приятное, красивое. Немного покажу вам бар. О напитках я ничего не соображаю, но, по-моему, здесь есть все, чего только пожелают. К мужу именно в этом баре искали какой-то недорогой виски. Его нашли с трудом. Ему просто очень хотелось попробовать виски, которые продаются в наших магазинах. Просто чтобы знать, что продают. Так вот, нашли это со второй попытки. Чай можно выпить, кофе. Очень всегда красивая подача. Всегда принесут вот такое шоколадное сердечко. Шоколад делают сами, ручная работа. Вот. И вишенка на торте. Сердечко шоколадное. Лобби-бар. В каждом баре своя подача кофе-чая. А в лобби подают чай, кофе на таких тяжеленьких, очень красивых подносах. Совершенно другие чашечки. Он такой красивый, зеркальный. Чашки тут другие. Белый фарфор. А здесь спрятано сердечко, конфетка, шоколад. Вазочка с печенюшками. Печенюшки и сладкие, и соленые. Коктейль «Белый русский». И в этом отеле появился коктейль «Черный русский». Взяли попробовать. Это мой любимый коктейль «Белый русский». После завтрака в 11 часов открывается кондитерская, шоколатерия. Прекрасный набор. И в кондитерской очень вкусный кофе, очень вкусный. Капучино, крепкий эспрессо с молоком. Макарончики, шоколад, банана, разбери, банана, минт, макарон, блю, берри, ванильный, фисташка, мастик,
Мастик джин, не знаю, что это такое. Мастик джин, карамель. Черничная, ментоловая, клубничная, банановый шоколад. Красота. Наверное, вот это соленые печенюшки. Очень жалко, что нету национальной выпечки. Конечно, это все очень красиво. Все очень красиво. Шоколадный мусс. Йогурт. Не знаю, что такое. Фиг мусс. Какой-то мусс. Шоколад и коконут. От кокоса ничего, кроме формы и содержания кокоса нет. Фисташка, эклайр, груша. Груша прямо на стену вешай картину. Шоколад, шоколадный тарт, манго, ванилия, панакота. Такой десертик. Яблочко. Ну, все это очень красиво, но принцип этого пирожного я понимаю. Там будет белый крем. Ну, так красиво. Сан Себастьян всем нравится. Вкусный. Он лидер, наверное, по тем вкусностям, что выбирают. Но для меня он очень сладкий. Шоколадный мусс с шоколадной землей. Это настоящая зеленая веточка от гороха. Очень любят они это украшательство применять практически во все блюда. И в горячие, и в салаты. Оранж мусс. Ничего не подписано. Наверное, ореховый. Тоже вот такая лодочка красивая. Тирамису. Тирамису. Муссовый кейк красненький с такой мармеладкой и вишенка на торте. Вишенка — это красная смородина, чай-лимон мусс, микс-фрут, классика жанра, песочное тесто, сливочный крем заварной, шоколадная карамель. Очень красиво, очень загадочно. Лимон мусс. Все, что связано с лимоном, очень люблю. Медовик. Медовик. Блюберри мусс. Магнолия. Тоже мусс. И шоколадный эклаир. Скорее всего, это эклер. Эклаир, эклаир. Вик розбери. Вик розбери. Да, выбор большой, нарушено. Нарушено. Обалдеть. Мусс-кейк. Клубника прям как настоящая. Клубничка. Самые вкусные пирожные — это вот такие десерты. Честно скажу, пирожные не понравились. Очень большие порции, и пирожное очень сладкое. Я люблю менее сладкие десерты. А вот в стаканчиках вкусные, не такие сладкие, двухслойные. Сверху лимонный мусс и снизу семена чио. Сверху ягодки красивые. Кокосик. Сверху ананас, шоколад, печенье. Это тоже шоколад. Пирожные, конечно. И конфетки. Конфетки золото. Принесли чаек. Такая красивая подача. Мед, корица. И мы взяли, какой чай это? Что-то какой-то фруктовый там и лимон. Кокос в разрезе. Какой-то крем. Напоминает и мороженое, и
сливочный крем. Вот это не знаю, что это с какой-то как джем, как желе из кондитерской. У меня пирожное мусс шоколадный. Очень красиво, везде подложечки с фирменным знаком Калинан. Да. Красота, это точно. Очень красиво. Надеюсь, будет также вкусно. Чаёк. Ух ты, с молоком прям. Да, такая подача хорошая. Фирменные салфеточки Калинан. Сегодня у меня лимонный тарт. Вот такая красивая пирамидочка. Очень красиво. Турецкий чай. Шоколадный эклер. Такой как кусок бревна с какими-то опятами. На бревне выросла. Ой, ну эклеры есть эклеры. Ну, очень красивое исполнение. Эклер с шоколадом. Я взяла на пробу грушу. Две макаронки. А груша у нас состоит из вот такой красивой мякоти. Начинка. Попробуем, что это. Угу. Какое-то как желе. Даже не варенье, а фруктовое желе. Такая глазурь желтая. Муссовое пирожное. Шоколадница открывается с 11 часов до 10. Это орехи, миндаль в различных оболочках. Очень красиво. Всех цветов радуги. Четырнадцать баночек миндаля в разных оболочках и вот такие маленькие камушки молочного шоколада. Лежат две ложечки. Есть небольшие мисочки. Можно подойти, положить. На заднем плане работает шоколатье и различные шоколадки. Шоколад вкусный. Есть сухофрукты, облитые шоколадом. Ну, различные. Вот этот очень вкусный. Черри-водка, ганаш. От водки остается небольшая горечь. Малибу, ганаш. Красивые голубые конфетки. Роза. Туркиш, делиш, милкиш, шоколад. Манго и три, очень интересно, это три ореха, три разных ореха, залитые в шоколаде. Такая шоколадница. Красиво. Взяла эклер, заварной крем и сверху все посыпано орешками. Конфеты. Это камушки шоколадные и... Ну вот, очень вкусно. Вот эта конфетка, это очень нежный ганаш шоколадный. Внутри водка. А вот эта конфета, это тоже бомба. Это с
с рокфором. Белый шоколад и сыр рокфор. Необычное сочетание, когда ешь, сразу первое впечатление, что-то такое непонятное, но потом послевкусие просто бомба волшебная. Вот еще такая конфетка есть, очень красивая. Вот такая вишенка. Такая штука очень интересная, такой змеевичок. Каждый божий день. Вверху лед. Это чай фруктовый. И вот это все капает. Это... Я не знаю, что это такое. Лещкер. Класс. Окей. Да, очень вкусно. Без сахара. Получается, что долгое время экстракции, и получается совершенно другой напиток. Там кофе, а вот я понимаю, вверху это апельсин и лайм вверху. Такой напиток. Ой, течкер. Спортивный бар или Irish Pub. Самый популярный и посещаемый бар в Калинане в зимней концепции. Достаточно большое заведение, но место иногда можно не найти вечером. На улице сидят люди. Обогреватели работают исправно, аж раскаляются до красна. Ой, пахнет клубникой. Клубника сладкая, просто на удивление. Иногда весной и летом не такая сладкая клубника, как сейчас. Я не сильна в алкоголе. Но муж доволен. Вчера был интересный случай. Он захотел попробовать виски. Но он из дешевого сегмента. Но продается он. И чтобы знать, что это такое, он заказал. Так она его не поняла. И в конце концов он заказал 12-летней выдержки виски. И уже потом, когда пришел в бар, еле-еле нашли бутылку с этим дешевым виски, и он попробовал. Удовлетворил свое любопытство. Я это все к тому, что алкоголь здесь высокого качества. И найти дешевые виски с трудом нашли. Вот такой бар. Кофе, наверное, мой готов. Это двойной эспрессо. Совсем маленькая чашечка. Такая тоже подача хорошая. Соленые печенюшки и один сладкая такая безешечка. Ну да. Что-то нам сейчас будут делать. Сидели, грустили. Сейчас музыка заиграла. Но подошли вот с таким столиком красивым. И предложили сделать коктейль. Копчение цитрусовых. Ну что? Раз, два, три. Елочка, зажгись. А, какая красота.
Тешкюр. Тешкюрлер. Это очень красиво. Thank you very much. Вот так развлекают гостей. Витаминный бар. Есть чудесная водичка, детокс джус, кукумбер, огурец, лимон, лайм, имбирь, мята. Вот этот интересный напиток. Red beet, свекла, грейпфрут, апельсин и зеленое яблоко. Очень интересный вкус. Можно выпить кофе, заказать чай. Чай вот такой. Ромашка, зеленый, ежевика. Взять орешки, мандарины вкусные. Ездят официанты, привозится все мгновенно. Не успеваешь сесть на лежак, тут же подъезжают, спрашивают, что бы вы хотели. Даже если это не в шаговой доступности, как мы попросили, фисташковое мороженое, нам его привезли с кондитерской. Подождали мы, наверное, минут, ну, от силы 5 минут. Клубника, несмотря на то, что это январь, оказалась сладкой. Много людей, все купаются, очень теплый бассейн. Клубника везде. Как только ты пришел на лежачок, расстелил полотенце, тут же приносят по умолчанию две бутылочки воды. Ну, а дальше ты заказываешь то, что ты хочешь. Клубника просто потрясающая. Аромат и сладенькая. Это мохито безалкогольный и алкогольный. Да, конечно, много. Ну, красиво. Одноразовые трубочки бумажные. Еще один теплый бассейн возле главного ресторана. Здесь особенно красиво. Фонтаны. Фонтаны, гольф-поля. Водичка теплая. Хорошо тебе тут лежать. Фрося. Кс-кс-кс-кс. В зимней концепции не работают горки. Холодный бассейн. Детский клуб работает. С детками проводят интересные соревнования, различные мероприятия. Все время какие-то соревнования. Все обязательно получают призы, медали. Поэтому они все очень довольны. Все призеры. Рядом бассейн теплый. Работает один ресторан, где можно перекусить. Время обеда. И на улице можно поесть только в одном месте. Ресторан локальной кухни, турецкой кухни. Находится он возле крытого бассейна. Вот это единственное место, которое работает зимой. А так перекусить, пообедать можно в главном ресторане и в ресторане 24 на 7. Или 7 на 24. Ресторан Turkish Cuisine, Hasir. Заказываешь по меню, работает с 12:30 до 16:00. Вот. Красивое оливковое дерево с такими люстрами.
это натуральное дерево и металлический такой ободок. Такая инсталляция красивая. Очень красивый потолок. Приятное помещение, особенно летом. Здесь явно чувствуется прохлада. Но в январе тоже хорошо. Столики, диванчики. Тут же готовят еду. Очень быстрая подача. Заготовки, наверное, есть. Всегда присутствует супчик, что немаловажно. Турецкие супы, они очень легкие, очень ароматные, пряные. Вот сейчас нам тут быстренько все сделают. Мы заказали гамбургер, надо попробовать, рыбку красную, суп и два салата. Пастуший салат, фирменный салат Калинан, айран. Рядом бассейн. Вот очень много столиков. Очень все удобно и очень симпатично. Не успела я прийти, а уже все готово. А это наконец-то мне. Да. Очень красиво, спасибо, спасибо. Ой, принесли айранчик в бокале. Айран просто бомба. Салфетки, такие как флизелиновые, заказали. Не помню, как она называется. Очень тонкое тесто, лаваш типа шаурмы. И фирменный салат Калинан. Это хлебная палочка. Очень много авокадо. Ну и свежие-свежие листики салата. Помидорки черри, морковочка. Возле бассейна можно пообедать. Поплавал и пришел, поел. Заказали лосось на гриле с травками, с брокколи. Салат Цезарь и салат Калинан. Я заказала кефте. Йогуртовый соус, конечно, не пожалели. Даже котлеток меньше, чем кучка соуса йогуртового. Лучок, рис. Все вкусно. Всем приятного аппетита. Можно сходить пообедать в общий ресторан. Но когда солнышко на улице 19 градусов, приятнее обедать в кафешке. Галапагосы закрыты. Идут ремонтные работы. Не очень, конечно, приятно, но это все терпимо. Когда еще делать ремонт? А так сам бар работает со стороны моря. Ну, приводит все в порядок, все труд. Сверлят знаменитую голову женщины, куда-то увезли. Приезжайте зимой отдыхать, не бойтесь, есть чем заняться в это время.